Советского информбюро. 30 апреля, 70 лет назад, советскими войсками были взяты сразу несколько немецких городов. Грайфсвальд, Трептов, Фюрстенберг. На всех фронтах подбито и уничтожено 98 фашистских танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника. Войска 1-го Украинского фронта продолжают вести уличные бои в юго-западной части Берлина. Занимают железнодорожную станцию и ряд кварталов в городском районе Вильмерсдорф. В числе военнослужащих фронта и младший сержант Василий Хантаев. Несмотря на полученное в бою ранение, 20-летний артиллерист остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты. Подбил и сжег несколько бронетранспортеров и автомашин противника. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Василию Харинаевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Участник штурма Берлина, после войны окончил военное пехотное училище, работал директором совхоза, экономистом и старшим инженером в Сибирском отделении Академии наук в Улан-Удэ. Василий Хантаев скончался 29 апреля 1990 года.